антинародные депутаты парламента Республики Южная Осетия. Плиев Александр Михайлович, Народная партия. Дьяконов Амиран Евгенович, Народная партия. Медоев Дзамбулат Ростикович, Народная партия. Астаев Роберт Георгиевич, Народная партия. Санакоев Давид Георгиевич, партия НХАС. Бесаева Зита Григорьевна, партия НХАС. Алборов Алан Юрьевич, партия НХАС. Квезеров Арсен Асланович, выдвинут Народной партией по одномандатному избирательному округу номер 11 Схинвальского района. Тидеев Артур Акакиевич, выдвинут в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу номер 4, города Цхинвал. Гаглоев Алан Ирбегович, выдвинут в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу номер 8, города Цхинвал. Валиев Ибрагим Хазбиевич, выдвинут политической партией НХАС по одномандатному избирательному округу номер 9, города Цхинвал. Дряев Заза Надарович, выдвинут в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу номер 16 Ленингорского района. Мулдаров Гарий Витальевич, выдвинут РПП «Единая Осетия» по одномандатному избирательному округу номер 3, города Цхинвал. Позже отрекся от партии «Единая Осетия». Сланов Иван Казбекович, выдвинут в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу номер 1, города Цхинвал. Напомним антинародным депутатам, о чем говорится в преамбуле Конституции Республики Южная Осетия. Мы, народ Республики Южная Осетия, исходя из ответственности перед нынешним и будущими поколениями, стремясь обеспечить безопасность и процветание своего Отечества, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Республики Южная Осетия, утверждая права и свободы человека и гражданина, закрепляя основы общественного и политического строя, провозглашаем и устанавливаем Конституцию Республики Южная Осетия.